Очередной раз, не судите строго, просто очень-очень попросили сюда приехать, вот на этом. Ну, что я могу рассказать? Холостые обороты просто ужасные. Такое ощущение, что он с самого начала собирается на взлет. Не знаю, где снизить обороты, но мне кажется, они такие и есть. Топливный бак, кнопка, рычаг, скорее всего, масса включения. Сиденье регулируется по массе, по нагрузке, и его рычажок двигается вперед-назад. Руль можно отрегулировать, пытался сорвать с места эту фигню, не получается. Дальше, кнопки, это все лишнее, но я не знаю, вот первая, вторая, сейчас посмотрим. Показания температуры в охлаждающей жидкости, ну короче, он нагревается очень быстро нагревается. Я думаю, буду работать с поднятым капотом, если получится. Вентилятор, печка. Я не думаю, что здесь есть кондиционер. Значит, рычаг, реверс, вперед-назад. Эти кнопки не функционируют. Зажигание. Сейчас включил видеорегистратор, посмотрим, если он сработал. Прикуриватель, кнопка есть. Тормоз, газ. Газу вообще не прикасаюсь. На холостых чешет, как сумасшедший. Эти кнопки аварийка, это не знаю что. Здесь сигнал. Сигнал, ну это, наверное, щетки, омыватель. Плюс поворотники, наверное, хрен его знает. Я не думаю, что для такой техники это слишком актуально. Шторка есть, плафончик. Щетки, дворники убраны. Вижу только один радиатор. Но радиатор с окошечком есть. Тосолчик там. Я так понимаю, пробка заливки масла в двигатель. Ищу проверки уровня масла. Уши, наверное, не наверное, а наверняка для того, чтобы стропить его, поднимать, перевозить. Ну что еще? Бак гидравлического масла. На ковш один цилиндр, на стрелу два цилиндра. Сочлененная рама. Ничего особенного, ребята. Еще поезжу, покручусь. Поработаю, какие таблички, ничего особенного, просто попросили, вот так вот, и вчера вот, пожалуйста, флексом рубанул палец так, что чуть палец не отрубил, ездил, зашивал, швы накладывали, ну, жив-здоров, ничего страшного, Родина сказала надо, мы, как всегда, говорим так точно. Давай, ребята, пока-пока. Так, ребята, пару моментов. Значит, вот это вот единица-двойка, это переключение скоростей. Переключаются скорости при помощи вот этих вот двух кнопок. Это же уже методом тыка. Дальше, насчет холостого хода, очень быстрый. Я просто взял кое-что и выгреб грязь из-под педали, еще не всю. Ну, нечем выгребать. Вот нашел сломанную щетку дворник, он сломал вчера или когда. Выгреб, и сразу же холостой ход стал нормальным, более-менее. Еще хочу показать. С этой стороны вот такая дверка под треугольный такой, под треугольничек такой. Здесь салонный фильтр, и вот здесь еще что-то. Не знаю, я открывать не буду. Но аккумуляторов я пока не обнаружил. Может быть, они как раз там и есть. Все. Значит, техника — орудие пыток настоящее. Конечно же, это не профессиональная техника. Это так. Но есть кнопки для дополнительного оборудования. Например, греферный ковш. И там есть выводы. Как ковш снимать, я так и не понял. Переключение скоростей только нижней кнопкой. Для чего верхняя предназначена, я не знаю. Вот здесь вот шланги, я так понимаю, подключение дополнительного какого-нибудь навесного оборудования. Ребята, этот Янмар — это орудие пыток. Я вот целый день на нем, ну почти целый день на нем работаю здесь. Это ужас. Это если кто-то уже глаз положил на него и кто-то хочет что-то такое купить, это только если вот у кого-то есть какая-нибудь там свинарник, телятник или какой-нибудь еще козлятник, чтобы навоз там привезти, там кишки увезти,
чтобы везде были асфальтные или бетонные дорожки. Это тогда другое дело, можно. На самом деле это орудие пыток. Да мне еще часа два на нем здесь надо. Я сейчас уже помедленнее езжу. А так тут скакал как сумасшедший. Уже позвоночник в трусы сыпется. Это никуда не годится такая техника. Я не знаю, эти руки бы повырывать тому, кто это все делает, строит, проектирует. Как он там? Янмар. Видно, наверное, против солнца. V7. И вот эти вот две кнопки, верхняя, как я уже, наверное, говорил, это переключение скоростей, первая, вторая. Ой, наоборот, нижняя, это переключение скоростей, а верхняя, это, видимо, думано для того, чтобы блокировать мосты или включать, выключать, но здесь она или в опции, или сломана. Не знаю, я в очках. Янмар V7. И вот еще видно будут эти таблички тут. Ну, наклейка это, не знаю. Ну, все остальные параметры, там, объемы баков, это вы уже найдете в интернете. Все. Больше ничего тут нету. Ничего нету, не надо. Это орудие пыток. Вот я вам под шумок сразу же анонсик. Мне вообще точно, у меня такое ощущение, что мне точно с тракторами, с этими не везет. Это я только что на этом Янмаре отмучился, которого я называю уже орудие пыток. И тут мне дают, привезли меня в Ригу, чтобы я взял трактор в аренду. И сейчас я его погоню домой. Это я только что был в больничке, перевязку свою делал. Но это другая история. Я еще из больнички не выехал. И вот мне дали этот гроб, который я, наверное, уже называть буду куча металлолома, потому что из него давным-давно должны были сделать гвозди, и эти гвозди давным-давно уже должны были быть использованы, и после использования они уже давным-давно должны были сгнить в тех досках, в которых их колотили. Это вообще непонятно, это GCB, я на нем тут проехал, сколько тут, километра 3 или 4 до этой больнички. Это ужас, сейчас посмотрим. Я не знаю, я потом, может быть, сниму. Он еле-еле, он весь трясется, весь дребезжит, весь грязный. Все обломано, ничего не регулируется, сиденье не регулируется. Это какой-то урод просто, это мне наказание, как какая-то кара, блин, божья. Я весь грязный, и этот
Мой напарник только подошел, прикоснулся его, сразу весь в солидоле. И вот мне надо будет его сегодня гнать домой отсюда. И если я до дому доеду, это уже чудо. А потом мне утром надо ехать в Елгаву. Я не знаю, как я на нем доеду и как я на нем вообще работать буду. Так-то, конечно, визуально все на месте. Но я не знаю, его уже так подергали, что дальше некуда. Ну ладно, я мучить вас этим не буду. Здесь уже и таблички-то все затертые. Это может быть, если, конечно, работа пойдет на нем. Я потом отдельно, хочется сказать, старый добрый GCB. Ну вот я тут проехал от 3 до 5 километров. Я проклял все на свете. А еще домой и завтра еще в Елгаву. 100 километров или 80, сколько там. Все, ребята, вот такие пироги. Колеса новые. Смазка еще это, видимо, поменяли. Не знаю, ребята. Мне бы завтра только до Елгавы доехать. Я уже на всякий случай начальника предупредил. Если доеду, то брошу нахуй. И пусть он там стоит, подыхает. Из-за этого крыла из кабины такой видон, как будто не туда я кручу вообще. Как будто сам трактор криво стоит. А грязище, блядь, какая. Сиденье в самом низу. Невозможно отрегулировать его, чтобы оно повыше было. Еще какая-то табличка с предупреждением, чтобы аккуратнее, наверное, ездили. Руками не трогать. Ладно, все. Этот-то я закрыл. Но видно, что на проволоке был. Передний противовес треснул. Ой, беда, беда. Антиреклама, ребята. Антиреклама. Опачки. 2007 года выпуска. Етить-колотить. Четверка. Наверное, одна из самых первых четверок. Боже. Я еще тут на вилы посмотрел. Ну, вроде все стоит на месте. Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Это если их растопырить, то, наверное, на разных уровнях будут. Ай-яй-яй. Ай, прелесть, прелесть. Прелесть. Это мне за грехи. За грехи мне. Стекло разбил. На начальство наорал. За грехи мне. Ну все, ребята. Завтра в последний путь.